И сегодня же правительство поддержало демонтаж 69 памятников, прославляющих советские и нацистские режимы. В их числе нет мемориалов, которые размещены на местах захоронения павших солдат. Пока снос памятников затронет 23 самоуправления. Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения – Лепе, Резекне и Даугавпилсе. В столице помимо памятников в Пардаугаве должны быть снесены мемориалы в Межапарке и Румбуле. Впрочем, в комиссии, которая оценивала памятники, говорят, что этот список еще может увеличиться. Без сомнений, что этот список еще будет дополнен. Есть много объектов, которые рассматривала комиссия, но нужно еще дополнительное исследование, которое связано с историческими материалами.